Церемонию награждения начали с личных заслуг спортсменов. Именную линейку победителей возглавили игроки футбольного клуба «Анапа». Лучший вратарь – Роман Холанчук. Лучший защитник – Николай Олейников. Лучший полузащитник и игрок чемпионата – капитан команды Жумалдин Каратляшев. Лучшим тренером сезона признан Агоп Каланджан, который и привел к победе команду анапчан. Было много событий. Самое главное, что все больше и больше у нас жители края занимаются футболом в разных его видах. Мы можем гордиться и нашими пляжниками, и футболистами мини, которые мини-футбол играют. Конечно, в очередной раз нас порадовали ветераны кубанского футбола, которые успешно выступали на различных соревнованиях и в рамках Южного федерального округа, и в рамках России. Впереди у нас очень важный, серьезный отрезок. Это подготовка к чемпионату мира 2018 года. В этих мероприятиях будут задействованы в том числе и наши города. Планируются и уже закреплены города, где будут базироваться футбольные команды, участники чемпионата мира. Это и курорт Анапа, город Геленджик, это Сочи, город Краснодар. Победителями футбольного сезона стали сразу две анапские команды. На третьем месте команда поселка Витязево-Понтас. Обладателями серебра стала команда «Спартак» из Геленджика. Абсолютным победителем сезона 2015 и обладателем Кубка чемпионов края стал футбольный клуб «Анапа».